Всем привет! С вами Влад и Свят. Сегодня мы проведем футбольную тренировку в домашних условиях. Для этого нам понадобится два теннисных мячика, один большой футбольный мячик и четыре фишки. Вы можете их взять, не обязательно фишки. Если у вас нет фишек, вы можете взять или конусы, или вырезать из картона фишечки кругленькие, или взять яблочки, фрукты там. Ну и все. Мы приступаем. Для начала нам надо размять ноги. Переходим к финтам. Thank you.
зеленый, желтый, красный, синий, желтый, зеленый, красный, синий, желтый, зеленый. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. До новых встреч!